Всем доброго дня! Готовим кокосовый манник. Замечательный десерт на завтрак. Пористый, мягкий, ароматный, воздушный. Все в нем есть. Манку я выбираю очень миленькую на манник. Итак, стакан манки заливаем кефиром. Я заливаю йогуртом домашним. Потом все это перемешиваем хорошенько и оставляем на 1 час. Прошел час. Добавляем 2 яйца. Перемешиваем хорошенечко. Затем, смотрите, у меня 50 грамм сметаны и 50 грамм сливочного масла. Я сначала добавляю сметану. Потом немножко соли для баланса. 80 грамм сахара. И растопленное сливочное масло. Или же мягкое масло. Все это хорошенечко перемешиваю и добавляю 40 грамм кокосовой стружки. Кокосовую стружку добавили, теперь добавляем соду, гашеную уксусом. Ну а затем мы смазываем форму маслом и обсыпаем манкой. Также можно все это выпекать и в мультиварке. Режим выпечка 40 минут. Я еще выложила сухую черешню сверху. Все, готово. Если ягоды очень сухие, подержите их 5 минуточек в кипятке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем удачи!